Какие виды, какая красота. А сюда забрался, чтобы череп показать, медвежий. И что-то не нашел его. Если что, ну, смонтирую, короче, ставлю. Еще немножко поищу, да, и все, спускаться буду. Где-то мы здесь останавливались. И привал был. Тяжелая дорога была. И тут, ну, рыбачили здесь. И тут у нас, ну, где-то на дереве он висел. Не могу. Может, звери. Ну, он старый был. Вряд ли там что можно съесть. Ну, затащили. Кому понадобился. Ладно. Продолжаю поиски. Ну все, последняя попытка. Если на этой полянке не будет черепа медведя, то значит дальше не буду искать. Значит, его далеко-далеко утащили. Кто-то. Вот типа вот с этого места хороший вид. И я тут как бы это место заприметил. Куда-то вот типа сюда положил, вот, или вот сюда. Или на дерево куда-то. Это, повесил тут. Не помню же, лет 10 прошло. Череп должен был сохраниться. Вот тут нету. Где он может быть-то? Такой здоровый череп с зубами. Так. Ну, ладно, сейчас еще туда спущусь. Блин, нет, он белый, вот как эти корешки, ну, без шкуры, естественно, без всего. Вот вроде здесь может быть. Кто это после нас тут? Вообще только мы ходим в этих краях, кто это мог его утащить бы, люди. Так, тут может быть, не, блин, обидно. Такая достопримечательность лесная тут в округе. Больше нигде не встретишь черепов. Блин, обидно. Хоть там еще упал там где-нибудь, валялся бы. Вот на этом дереве. Ну, я бы его, конечно, не спускал бы вниз. Потому что здесь он как-то солиднее выглядит. На таких пейзажах. По этому, по дикарскому, как-то черепа. Блин. Обидно, блин, зря поднимался я. Ну хотя вот тропинка есть вот эта. Вдоль тропинки спускались, могли положить, ну блин. Вряд ли. Камушки. Вот. Почему не положить туда на ветку там? Или вообще я полностью развалился, но там черепушка-то как бы была. Ладно, идем. Вниз идем. Ладно, извиняюсь, ты что-то не нашел. Он похож на череп медведя. Но это, к сожалению, кора березовая. Ствол струхлял, обвалился. Вон. Я думал, может, сюда его принес. Нет. Короче, сейчас череп медведя.